Привет. Поговорим откровенно. Ты думаешь, что ты во всем разбираешься и все умеешь? А еще что ты везунчик. Смеешься, когда говорят «не лезь, убьет». Надень каску, носи защитные очки. Спецодежда может защитить. Будь внимателен. Не говори по телефону за рулем. Думаешь, что ты бессмертный? Что и так сойдет? Мастер не заметит, так удобнее. А может, будет быстрее. Все правила придумали глупцы. Мне это мешает. Сегодня сделаю по-своему, а завтра как нужно. Мне начальник не указ. Они там только бумажки пишут, а я должен выполнять. Кто все это придумал? Правила, нормы, инструкции. А теперь послушай меня. Твоя жизнь – это наивысшая ценность в мире. Только ты в ответе за свое здоровье. Правила нужны для того, чтобы их выполнять. Хочешь быть крутым? Покажи свой ум. Не нужно рисоваться перед коллегами. Позерство – это удел малолеток. Быть взрослым – значит быть осознанным. Умные следуют правилам, дураки сами знаете. Каким будет завтрашний день, зависит только от тебя. Счастье – это не миллионы, а когда ты можешь видеть красоту этого мира. Ну что, дружок, будь честным с собой, осознай цену нарушения. Готов платить?